Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 13 февраля 2020 года. И в нашем питомнике ждут своих любящих и заботливых мамочек и папочек 4 щеночка чихуа, рожденных 29 сентября 2019 года. То есть ребяткам уже исполнилось по 4 месяца. Они полностью привиты, чипированы, пройдены все карантины. И можно с ними и гулять, и вывозить из Санкт-Петербурга. Напоминаю, наш питомник находится в Санкт-Петербурге. Это две девочки. Цезалия Дольче Вита и Цесана. Они одинакового размера и разные по характеру. Как вы видите, Цезалия более боевая, подвижная и всем интересуется. Цесана более спокойная и уравновешенная. Окрас у девчонок одинаковый, бело-шоколадный триколор. На видео, возможно, смотрится темновато, но это коричневый окрас. У Цесаны щечки вот здесь вот белые. У Цезалии щечки рыженькие. У этих девулек-красотулек есть еще два братика. Цериус и Цезарион. Все ребятки без брака, без дефектов. Есть видео с этими щеночками, как они встречают реакции наших щенков на посторонних людей. Как они встречают посторонних людей в нашей квартире, можно посмотреть. Все ребята очень целовучие, игривые. Но кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то поспокойнее, кто-то вот прям как пружинка. Так, что еще я про них забыла рассказать? Ага. У нас была еще сестренка Цицилия Фиорелина, она уже уехала в новый дом в этом возрасте и совершенно спокойно прижилась в новом доме. Некоторые переживают, что в этом возрасте как привыкают щенки. Замечательно привыкают, уезжают в новый дом, счастливы и довольны там, где их любят и не обижают. Теперь давайте покажем вам их братиков. Держишь? Держим. Я думала, девочек мы сейчас опустим, потому что иначе у нас на стол не поместятся. Парни, ребятки все стандартные, но да, Цесаночка поцеловашечки, поцеловашечки, Цезалия тоже. Опа-опа, теперь как-то аккуратненько по очереди их снимаем. Так-так-так, Цезарион остается, девчонок убираем. Так-так-так, тихо-тихо-тихо. Видите, как тяжело, когда щенки уже подрастают. Хочется сделать покрупнее, чтобы было видно. Это два братика, вы видите, что... Цезарион меньше по размеру, но вес у него также стандартный. Стандартным весом я называю вес, начиная от 2 кг, потому что гарантировать, какого конкретного вот веса он будет во взрослом возрасте, 2 кг 100 грамм, 2 кг 200 грамм, это просто нереально. Поэтому для меня вес 2 кг уже стандарт. Если хотите, можно к нему добавить слово «мелкий стандарт» и «просто стандарт». Скажем так, Цезарион у нас мелкий стандарт, Цериус у нас просто стандарт. По размеру Цезарион намного меньше, чем Цериус, вес примерно одинаковый. Цезарион вот такой активный, он всем интересуется, он очень целовучий, лоскучий, лизучий, он постоянно любит быть в центре внимания, он постоянно хочет участвовать в каких-то играх, в процессе помогать нам в наших повседневных буднях, сопровождать нас везде, где бы мы не были, в ванной, там уборка в комнате. Цериус более уравновешенный, как его сестренка Цесана, и они даже, если честно, так как-то вот себя и ведут. Цезалия и Цезарион, они вместе, как вот банда, они соберутся, брат и сестра, и начинают всех задирать, заводиться, играть, звать играть, брать игрушку, носиться, и тогда уже все спокойненькие Цериус и Цесана, которые сидели или спали, или ничего не хотели, начинают уже присоединяться. Но это дело всегда у нас, ведь он доминант у нас, Цезарион. Это вот как раз-таки повторяю в каждом видео. Это не то, что он ищет невесту и хочет пожениться. Это он доказывает, что он сильнее. Это так собачки все псовые доказывают свое превосходство над другими. Некоторые щенки начинают так делать, если нет никого из собачек в доме с игрушками или с рукой-ногой человека. Это не поиск невесты или жениха, это просто доказывает, что он сильнее, что он лидер, что он крутой.
Вот такие вот, ребятки, полностью готовы к продаже. Можно их уже вывозить за пределы Санкт-Петербурга. Можно с ними гулять. Они уже прошли все карантины. Они уже приучены к пеленке. Они уже социализированы. И также в нашем питомнике есть девочки, привитые пока по возрасту. Это Чилиса и Чейси. Видео, которых индивидуальные, можно посмотреть. Вчера мы снимали 12 февраля. И малышки, которые еще открыты для резервирования, но по возрасту нет еще 2 месяцев, мы не можем сделать даже первую прививку еще рано, но индивидуальные видео есть у всех малышей, открытых для резервирования, а также о тех детках, которые готовы к продаже, много индивидуальных видео, и также есть общие видео, где они играют, какие они по размеру, по соотношению к нашим взрослым собачкам. А у Цезариона есть видео, где я его полностью измеряла, взвешивала. Так и называется, как рассчитать вес собачки Чихуа. Там он с пачкой кофе на аватарке. Кому интересно, можете посмотреть. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые, интересные, а возможно для кого-то и полезные. Он уже закусал брата, брат хочет убежать, а его не выпускаем. Будем заканчивать это видео, пока Цезарион совсем не съел окончательно. И кто не подписан, приглашаем подписаться. Кто подписан, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мария Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!